Всем привет! Новый год уже близко. Может быть, вы уже знаете, что в России главный праздник – это Новый год, а не Рождество. На Новый год семья собирается вместе. Мы готовим, например, селедку под шубой, дарим подарки. И на прошлой неделе моя подруга нарядила новогоднюю елку. А потом и мои родители прислали фотографию. Кстати, так выглядела новогодняя елка и в моем детстве. Мы обязательно вешаем новогодние игрушки, мишуру, гирлянду, а иногда и дождик. Когда я получила фотографии, то поняла, что пора. Пора наряжать елку. Здесь у нас есть две елки. Одна растет в саду, но есть проблема. Она слишком высокая, поэтому сегодня мы нарядим вторую. Та-дам! Как вы понимаете, видео будет очень короткое. Давайте посмотрим, какие новогодние игрушки у меня есть. Мы не украшали дом в прошлом году, поэтому я уже забыла, что лежит в этой коробке. Так. О! Какая красота! Но это украшение на стену. И это тоже. Если я правильно помню, то я купила их в Страсбурге. О! Эта игрушка тоже классная, но слишком большая. Наверное, я повешу эти снежинки. Они маленькие и легкие. Думаю, выглядит неплохо. Что еще? Блин, эта игрушка очень красивая, но слишком тяжелая. Мне нужна новая елка. Может быть, это сердце? Отлично. На елке уже есть маленькая гирлянда. Готово. Кстати, иногда мы вешаем конфеты на елку, но мне лень. Моя новогодняя елка будет стоять на полке.